Всем привет! У нас уже есть обзор на винтовку фирмы Вераут 97К. Ссылку на этот обзор вы можете найти в описании. Сегодня мы расскажем на одни из модификаций 97-й серии. Вот это, которая вот эта винтовка 97КТ, то есть тоже в версии карабин, но с пистолетной рукояткой. Буква Т это как раз обозначает. Вот. И, соответственно, винтовка 97К Stainless Silencer. Это, значит, в ламинате, хочу заметить. Вот. Необычная достаточно ложа. Это классическая 97К с обычной рукояткой, но выполненной из нержавеющей стали. Вот. Я сейчас чуть позже покажу более детально. Вот. Ну, чем они, собственно, отличаются? Мне лично нравится больше 97КТ. Потому что я одно время стрелял как раз с пистолетной рукояткой из этих винтовок. Они зарекомендовали себя очень удобными. Единственным минусом хочу отметить, это то, что автоматический предохранитель не очень удобно снимать, не отрываясь от оптики. То есть большой палец каждый раз приходится перекладывать. Или же снимать указательный со спускового крючка. Ну, теперь начнем с стандартной винтовки вот, в орехе. Это 97КТ. Как мы видим, такое достаточно интересное ложе. За него придется отдать чуть больше денег, потому что оно дороже и в исполнении, и в принципе в качестве востребованности, особенно у европейских стрелков. Вот. Ну, собственно, как обычно, все у этого карабина есть встроенный модератор, ну, подствольный взвод. Собственно, 97-й винтовки, что еще можно рассказать? Это точная, очень хорошая винтовка с немецким спуском Рекорд, который уже, скажем так, около 10 лет служит верой и правдой, и только Т-06, может быть, с ним может тягаться. Сейчас у меня в руках уже в ламинате 97К, ствол, ствольная коробка, рамка спускового крючка, все выполнено из нержавеющей стали. Кстати говоря, это очень красивая концепция и отлично сочетается с ламинатным ложе. За это тоже придется доплатить, потому что это не стандартное исполнение. Это не просто 97К или 97К Blackline, которая самая бюджетная этой серии. Вот. Ну, остальное все, в принципе, стандартный автоматический предохранитель, обрезиненный затыльник. Единственное, по ощущению, чуть легче, чем в дереве. Как, в принципе, и пластиковое исполнение. Вот. Собственно, чтобы ознакомиться более детально с этими винтовками, узнать их характеристики, переходите по ссылке под видео и спрашивайте у нас на сайте онлайн-консультанта, мы вам обязательно ответим.